Всем огромнейший привет, с вами снова Айс, и мы продолжаем прохождение визуальной новеллы «Бесконечное лето». Мы пришли на площадь. Пионеры уже выстроили в шеренгу. А что, еще не все пришли? Да вроде все. Она окинула взглядом свой бравый пионер-отряд. Ладно, иди становись. Странно. Почему тогда она мне сказала, что больше спальных мест нет? Пока вожатая рассказывала о плане мероприятия на неделю, я осмотрел присутствующих. В паре человек от меня стоял электроник. Чуть дальше Лена, Славия, в самом конце Ульянка и Алиса. Все знакомые здесь. Ольга Дмитриевна говорила про какие-то спортивные соревнования, а я уставился на памятник. Генда. Не удавалось вспомнить ни одного революционера с похожей фамилией. Да и поза у него какая-то странная, как будто смотрит на происходящее с недоверием. Может быть, пренебрежением или даже надменностью. Наверное, какой-то местный деятель. А что мечтаешь? Слава вывела меня из раздумий. Рядом стояла Ольга Дмитриевна. Ты запомнил план на неделю? План? Плана никогда не забуду. Вот и отлично. Она посмотрела на Славию. Принесла? Да. Славия притянула мне какой-то листок. Это обходный лист. Тут 4 позиции. За сегодня тебе нужно везде отметиться. Во-первых, записаться в клуб. Они у нас здание кружков и отдельно музыкальный. Во-вторых, в медпункт зайди. Ну и в-третьих, в библиотеку. Все понял? Да. Обходной оказался неплохой возможностью что-нибудь выяснить, так как в этих локациях я еще не бывал. Да давай, начинай прямо сейчас. А как же обед? Ничего страшного, я тебе еще бутербродов принесу. Обходной лист важнее. Удачи тебе. Они ушли так быстро, что я слова сказать не успел. Пропустил завтрак, теперь и обед пропускать придется. Да что же это такое? Впрочем, может, успею как-нибудь? Обед в час. Хотя если я пойду есть, то могу не попасть в какое-нибудь место из списка. Ладно, пока все равно в столовую идти рано. Ну давайте начнем с кружков, короче. Я направился к зданию кружков. По правде говоря, мне никогда особенно не нравилась общественная работа. В школе я всегда был под любым предлогом пропускал субботники, в институте не было ни малейшего желания вступать в студенческий совет. Меня не интересовали секции бокса, авиамоделирования или кройки и шитья. Так что сюда я пришел лишь с целью отметиться. Внутри никого не оказалось. Я словно оказался в берлоге юного робототехника. Повсюду валялись провода, нехитрые платы, микросхемы. На столе стоял осциллограф. Из соседнего помещения послышались голоса, а через секунду в комнату вошли двое пионеров. В одном я узнал электроника, второй же мне был незнаком. «Привет, Семен, а мы тебя ждали». Кажется, он знает все и обо всех. «А чего вы меня-то ждали?» «Ну как же, ты пришел в наш клуб кибернетиков записываться, так?» Он не дал мне ответить. «Ознакомься, это Шурик, он у нас главный». «А у вас в клубе это только двое, я так полагаю?» «Ну, можешь считать, что уже трое». Шурик подошел ко мне, уверенно протянул руку. Его лицо почему-то казалось знакомым. «Добро пожаловать!» «Угу». «Давай я тебе тут все покажу. Ты не стесняйся, располагайся». «Да нет, ребят, я вообще-то всегда рады новым членам». Он сказал это так, что в голове у меня невольно заиграл гимн Советского Союза. Удивительно, но я все еще помнил слова. В первом классе у меня была тетрадка с текстом гимна на обратной стороне. Да нет, мне было просто обходной лист подписать нужно. «Так ты к нам запишешься, а мы тебе его подпишем». Он хитро улыбнулся. Я уже подготовился к длинному и нудному разговору, как вдруг в комнату кто-то вошел. Я обернулся и увидел Славию. «А, Семен, надеюсь, они тебя тут не достают?» Она строго посмотрела на будущих светил отечественного рыбостроения. «А то я их знаю, они могут». «Да, понимаешь, на самом деле мне бы просто обходной подписать». Я решил воспользоваться ситуацией. «Так это не проблема, давай сюда».
Слава взяла листок и подошла к Шурику. «Подписывай». «А, ну подожди, мы еще не закончили». «Закончили, подписывай». Она посмотрела на него так, что возражать Шурик не решился. Он поставил свою закорючку, я поблагодарил Славю, с чистой совестью отправился дальше. Так, музыкальный кружок тоже можно зайти. Давайте в библиотеку. Вообще, я, конечно, любил читать, но просиживать днями в библиотеке при нынешних обстоятельствах в мои планы не входило. Так что этот чекпоинт стоило пройти побыстрее. Когда я зашел внутрь, у меня в голове всплыло воспоминание из детства. Оно было очень ярким. Мне лет 7 или 8, мы с мамой в библиотеке. Пока она выбирает какие-то книжки, которые мне необходимы для учебы, я сижу и разглядываю местную подборку комиксов. Да я не знал, почему их здесь так много и почему нельзя забрать часть домой. Понятие коллективной собственности в том возрасте для меня не существовало. Впрочем, как и понятие собственности вообще. Тем более странным показалось, что воспоминания сейчас, когда я находился в том самом отдельно взятом пионерлагере, где коммунистике удалось построить за 3 года. Советская символика была буквально повсюду, а на полках стояли книги в основном соответствующей тематике. Читать я их не планировал, знакомство с полным собранием сочинения Маркса «Одна из последних вещей на Земле», которая могла бы мне прийти в голову. Но где же библиотекарь? Найти ее оказалось не так уж и сложно. Я пригляделся. Короткая стрижка, толстые очки и довольно приятное лицо. Она так мило спала, что мне совсем не хотелось ее будить. Пожалуй, подожду, если через полчасика не проснется, тогда что поделать. Просто так сидеть было скучно, я взял с полки первую попавшуюся книгу. «Артур Шопенгауэр. Мир как и воля и представление». Я открыл примерно на середине и начал читать. Жизнь человека с бесконечными трудами, нуждой и страданиями следует рассматривать как объяснение и парафраз акта зачатия, то есть решительного утверждения воли к жизни. С этим связано и то, что человек обязан природе смертью и с тоской думает об этом обстоятельстве. Разве это не свидетельствует о том, что в нашей жизни заключена некая вина? И тем не менее, периодически расплачиваясь смертью за рождение и смерти, мы всегда существуем и испытываем все горести и радости жизни попеременно, когда ни одна из них не может нас миновать. Таков результат утверждения воли к жизни. При этом страх смерти, который, несмотря на все страдания жизни, удерживает нас с ней, становится в сущности иллюзией, настолько же иллюзорное влечение, заманившее нас в жизнь. Объективное выражение этого соблазна можно увидеть в общении друг на друга. В обращенных друг на друга страстных взглядах влюбленных. Они есть чистейшее выражение воли к жизни в ее утверждении. Как она здесь кратка и нежна. Она хочет благополучия, спокойного наслаждения, тихой радости для себя, для других, для всех. Какая-то фигня. Псевдофилософская очередная. В дверь постучали. Я быстро закрыл книгу и положил ее на место. Какая отличная привычка стучать. Надо и мне ее взять на вооружение. В библиотеку вошла Лена. Ой. Привет. Я улыбнулся. Привет, а я вот книжку пришла отдать. У нее в руках была «Унесенная ветром», которую я видел вчера. Ой, а Женя спит, тогда я попозже зайду. Уже не сплю. Я удивленно посмотрел в сторону библиотекарши. Она сидела за столом и пристально наблюдала за мной. Тебе чего? Мне бы обходной. Давай. Библиотекарша быстро расписалась и протянула мне его. Вид у нее был такой, что продолжать разговор не возникало никакого желания. Лена подошла к ней и отдала книжку, а я поблагодарил Женю и вышел. И что я забыл в медпункте? Здоровье вроде не шалило, тем более местный свежий воздух явно пошел мне на пользу. Чувствовал я себя куда бодрее, чем обычно. Но раз так надо, я вошел. Обычный медпункт у нас в школе был примерно такой же. За столом сидела женщина средних лет. Очевидно, медсестра. Она пристально оценивающе посмотрела на меня и продолжала что-то писать. «Ну, здравствуй, пионер», — сказала медсестра, не отрываясь от своего занятия. «А добрый день, небо, вот!» «И присаживайся». Я оглядел комнату. «На кушеточку». Я сел.
Раздевайся. Все это она говорила совершенно ровным тоном. Зачем? Смотреть тебя будем, слушать, здоровье проверять. Меня, кстати, зовут Виолетта, но ты можешь звать меня просто Виолой. Она повернулась в мою сторону. Ты чего сидишь? Раздевайся. Да я не жалуюсь ни на что, мне бы вот... Я аккуратно протянул ей листок. Потом. Она сняла 6 раз стетоскоп и, кажется, намеревалась меня им препарировать. Что-то как-то стрёмно, знаете. Она, конечно, миленькая, но для нашего юного пионера, наверное, страшновато чуть-чуть. Но тут в дверь постучали. Медсестра нехотя ответила. «Входите». Ментально дверь распахнулась, и в комнату влетел электроник. «Здрасте, я тут это, нога на футболе упал. Глупости, конечно, я бы и так, но меня Ольга Дмитриевна...» У электроника под глазом красовался здоровенный фингал. «Ты сомневаюсь, что такое можно заработать на футболе». «Садись, сейчас посмотрим», — сказала она ему. «А ты давай сюда свой обходной». Медсестра быстро подписала его и продолжила. «Если что же заболеет, сразу ко мне, пионер». Я не стал ничего отвечать и вышел, закрыв за собой дверь. Нас хотели изнасиловать практически. Если бы не электроника, она бы сделала это. А медсестра здесь, конечно, еще та. Музыкальный клуб, небольшое одноэтажное здание, располагалось поодаль от остальных построек лагеря. Не раздумывая, я открыл дверь и вошел. Внутри меня встретил настоящий оркестр, барабаны, гитары и даже рояль. Некоторое время я внимательно изучал музыкальные инструменты. Хотелось понять, из какого они примерно времени нового периода. Но неожиданно под роялем послышалось копошение. Вау! Девочка, кажется, что-то ищет. Она стояла на четвереньках в такой пикантной позе, что я не сразу решился начать разговор. Простите? А кто здесь? Она попыталась вскочить, но днище рояля стало для нее непреодолимой преградой. Ай! Трудом, но девочка все же выбралась. Извини, что напугал. Да ничего, вижу, у тебя обходной, новинки, значит. А, да? Меня Мику зовут. Нет, честно-честно, никто не верит, я правда так зовут. Просто у меня мама из Японии, папа с ней познакомился, когда строил там... А он у меня инженер. Короче, атомную станцию, или плотину, или мост, но неважно. Она говорила с такой скоростью, что половину слов просто проглатывала. А я Семён. Отлично, ну хочешь к нам в клуб вступить? Правда, ты пока одна, но с тобой нас будет двое, ты что-нибудь играть-то умеешь? Уже в период моего отшельничества я купил гитару и выучил пару аккордов, но потом забросил, как и все, на что требовалось больше нескольких часов. Знаешь, я как-то не планировал особо. Да ладно тебе, я ж тебя научу играть, хочешь на трубе, например, или на скрипке. Я на всем умею, честно-честно. Спорить с девочкой мультиинструменталистом было бессмысленно, так как в ответ наверняка последует еще одна пулеметная очередь из слов. Я подумаю, а пока не могла бы ты подписать? Да-да, конечно, давай, ты заходи, не стесняйся, я еще и пою хорошо, послушаешь, как я японские народные пою. Но если не нравится, может, что-нибудь из современных шлягеров? Обязательно. А сейчас мне пора, извини. Конечно, приходи непременно. Мику, как она тут вообще очутила? Какая Мику, блин, в лагере пионерском? Какая нахрен японские народные? Какая Мику? Что разработчики курили? Ладно, секунду. Спокойно. Окончание ее фразы скрылось за закрытой дверью. С одной стороны, неплохо вечерком посидеть, побренчать на гитаре, но в такой компании... Я повернулся, собираясь уходить, и столкнулся нос к носу с Алисой. Она недобро посмотрела на меня. «Зачем пришел?» «Обходной». «Подписал?» «Да». «Свободен». Алиса вошла внутрь, а я поспешил покинуть это место. Итак, я собрал все подписи, следовательно, надо зайти к Ольге Дмитриевне, чтобы отдать листок. Вожатая сидела возле домика и читала книгу. Вряд ли она сама соответствовала образу идеального пионера, которого хотела сделать из меня.
Видимо, все ее обязанности — это произносить пламенные речи на линейке, отчитывать Ульяну и принимать деятельное участие в моем физическом и идеологическом воспитании. Вот. Я протянул ей обходной. Она, не читая, сунула листок в карман. Отлично, значит, можно было самому за всех расписаться и вообще никуда не ходить. Молодец. Ну, как, познакомился с нашей медсестрой? Да. Почему-то от этого вопроса у меня мурашки побежали по спине. А в какой кружок записался? Да пока ни в какой. Нужно подумать. Ну что ж ты так, завтра обязательно запишись куда-нибудь. Конечно, все непременно. Ладно, пора уже на ужин идти. Ну, наконец-то, я уже проголодался. Вместе с Ольгой Дмитриевной мы направились в столовой. Я посмотрел на небо и отметил, что солнце уже начало садиться. На крыльце стояло несколько человек. Алиса, Электроник, Ульяна и Сляви. Когда мы подошли, я услышал, о чем они говорят. Ты больше не называй меня Двачи, а то еще получишь. Да я не называла тебя так, тебе показалось. Называл, называл, я все слышала. Да тебе вообще там не было. А вот и была, я в кустах сидела. Хватит вам, прекратите. Значит, Электроник свое ранение не на футболе получил. Однако, как хорошо, его медсестра подлатала. От фингала не осталось и следа. Ольга Дмитриевна подошла к ним и пыталась выяснить, что происходит. Что вы тут ругаетесь? Алиса, сироежка, не в глаз. Ничего я не делала. Алиса обиженно фыркнула и зашла внутрь. Ладно, пора ужинать. Последним в столовую вошел я. Похоже, свободных мест осталось не так много. Вдалеке виднелось несколько незанятых стульев. Рядом с Алисой, но лучше поголодать недельку, чем рискнуть сесть рядом. Также свободно было рядом с Ульяной, но я не сторонник китайских традиционной кухни. Ем все, что ползает. И, наконец, свободный стул рядом с Мику был. Если выбирать из трех зол, не возражаешь, если я здесь присяду? Ой, да конечно, то есть нет, не возражаю, то есть да, садись, конечно. Я сел. Сегодня смотри, гречка, ты любишь гречку и вареная курица? Я вообще курицу не люблю, но то есть не то, чтобы не люблю. Но если бы меня спросили, что бы мне больше всего хотелось, то без строганов или рагу. Нет, может быть просто котлета или ромштекс. Ты любишь ромштекс, а? Я не особо привередливый. Это сущая правда. Понятно, но вот десерты, знаешь, мне здесь не очень нравится. Я мороженое люблю. Ты любишь мороженое? Особо пломбир 48 копеек. Ну, ленинградское тоже. Ой, прости, я все о себе. Может, ты больше эскимо любишь? Ужин в компании этой девочки начинал превращаться в пытку. А я по характеру такой человек, что не могу просто так игнорировать собеседника. Даже ее. Мы все же за одним столом сидим. Знаешь, я однажды купила вафельный рожок, начала есть, а там внутри шуруп. Представляешь, настоящий такой шуруп. Или болт, я, честно говоря, в них не разбираюсь. Шурупы — это короткие закручиваются гайки, а болты — это такие, которые отверткой, да? Думаю, если бы проводился чемпионат по скоростному поеданию пищи, одно из призовых мест точно досталось бы мне. Ладно, я пойду, а тебе приятного аппетита. Я встал и направился к выходу. Мику что-то пыталась сказать мне вслед, но ее слова потеряли в шуме толпы и чересчур громко ужинающих пионеров. Выйдя из столовой, я сел на ступеньки и решил подождать, пока переварится ужин. Я просто сидел и смотрел на лагерь, как на лагерь опускается ночь. Здесь все было таким живым, днем, громким, детский смех, веселые крики, суета и беготня, шум и гам. Спортивные игры и купания на пляже. Но с наступлением темноты совенок резко преображался. Дневные звуки сменялись тишиной, которую лишь изредка нарушали сверчки да ночные птицы. Лагерь засыпал. В каждой тени можно было узнать кого угодно. Привидение, лешего. Просто дикое животное, но никак не пионера. Все это я понял еще по вчерашней ночи. Местные жители строго следовали заведенному распорядку. Дневной лагерь во власти людей, ночной же скорее сил природы. Кто-то легонько похлопал меня по плечу. Я обернулся. Это был Электроник. Пойдем в карты играть. В карты? Да, я игру новую придумал. Интересную. И какую же? Надо сначала карты найти, потом расскажу. Так ищи, в чем проблема.
Они есть только Ольга Дмитриевна, она мне их не даст. Почему? Ну, в прошлый раз на крыльцо вышли вожатая и Славя. Ольга Дмитриевна, а Семен как раз хотел вас карты попросить. Я вообще-то... Зачем? Мы игру новую придумали. Не мы, а ты. Что за игра? Будут карты, я покажу. Ох, не нравится мне эта идея. Ну, раз и Семен за, то, наверное, ничего страшного. Да я вообще-то... Давайте я с ними схожу, принесу. Конечно, со Славой пойдем. А если ты не против? Конечно, пошли. Мы направились в сторону домика вожатой. Где-то на полпути Славе вдруг остановилась. Ой, я ж совсем забыла, что карты у меня. Очень вовремя. А где твой домик? Да тут рядом, пойдем. Она меня кадрит, заманила в домик. Блин, сейчас что-нибудь будет, пацаны, хентай не... Хентай не будет. Ну и хорошо. Мы подошли к домику, который на самом деле больше напоминал вагончик. Подожди тут минутку, я сейчас. Минуты ждать не пришлось, она вернулась через пару секунд. Вот. Слава показала мне довольно потрепанную колоду карт. Краплённые, небось. А жульничать не спортивно. А уж жульничать, не зная правил игры. Пойдем? Пойдем. На обратном пути я решил поговорить с ней в надежде что-нибудь выяснить. А ты давно приехала? Уже неделю здесь. Понятно, а сама откуда? Я с севера. А поточнее? Холодного севера. Она посмотрела на меня и улыбнулась. Кажется, никто в этом лагере не хочет отвечать даже на самые невинные вопросы. Я решил действовать по-другому. А что тебе нравится? Ну, твое увлечение. А, да я природу люблю. Странно, но сейчас она почему-то немногословна. Природу? Ясно. Хочешь стать натуралистом? Скорее краеведом, всегда интересовалась историей родной страны. Это действительно похоже на нее. Казалось, из всех местных обитателей она единственная, кто не скрывал в себе никаких загадок. А вдруг ее тоже как-то сюда забросило, и она просто, как и я, не может никому доверять до конца. Я решил прощупать почву. А почему ты именно в этот лагерь приехала? Родителям путевку на работе дали. Опять облом. Ну, предположим, если бы у меня был бы выбор. Здесь хорошо. Не думаю, что выбрала бы какое-нибудь другое место. А здесь кажется, что ты становишься каким-то другим человеком. Мне такое совершенно не казалось. В смысле другим? Ну, столько возможностей, столько можно научиться, стольких людей узнать. Сейчас она рассуждала как вожатая, это меня насторожило. Насторожило. Я решил пока прекратить вопросы. Когда мы вернулись, Ольга Дмитриевна сказала Славе. Я же вспомнила, что карты у тебя. Да, ничего, мы принесли. Ну и отлично. Славя и Ольга Дмитриевна зашли внутрь. Я уже собирался последовать за ними, как вдруг кто-то резко дернул меня за руку. Это была Алиса. Она смотрела на меня так, что у меня мурашки побежали по спине. «Тебе что-то нужно?» – осторожно спросил я. «Ты тоже планируешь участвовать в этой дурацкой игре?» «Ну да, что такого?» «Да нет, ничего». Она уже собиралась уходить, но вдруг обернулась и внимательно посмотрела на меня, улыбнувшись. «А в карты играть умеешь?» «Умею немного. Я никак не мог понять, что от меня нужно. Дурака небось и все». Ты-то как будто звезда покера. Ну, в принципе, да. Значит, тут у тебя шансов никаких. Почему? Покачено! То есть ты правила знаешь? Конечно. Ну, значит, у тебя будет преимущество. Я не видел смысла дальше продолжать этот разговор и сделал несколько шагов по направлению к двери. Вот ты все уйти-то пытаешься. А о чем, собственно, еще говорить? Давай поспорим. Ты про что? Какой ж ты тупой. Про карты, про что же еще? И какой же предмет спора? Я тебя обыграю. Ну, это самый вероятный исход. Спокойно согласился я. Значит, боишься? Я не боюсь. Просто не привык спорить, когда не уверен. И рисковать ты тоже не привык. Сама неблагодарность просто-таки, а? Ладно, тогда я... Нет уж. Ну что еще? Обессиленно вздохнул я.
Алиса начала мне надоедать своей пустой болтовней про какой-то бессмысленный спор. «Если не согласишься спорить, я всем расскажу, что ты ко мне приставал». «Что?» «Кто слышал?» «Да, пожалуй, она вполне может». «Но это же глупо. Тебе никто не поверит, я всего неполных 2 дня здесь, да и к тому же». «Хочешь проверить?» «Ну, предположим. И что будет, если я выиграю?» «Я никому ничего не скажу». «А если проиграю?» «Какой ж ты тупой. Расскажу, что ты ко мне приставал, говорил уже». «То есть, получается, мне нужно доказать, что я не делал того, что не делал и так?» «Считай, как хочешь». Передо мной стал непростой выбор. С одной стороны, мне было глупо соглашаться. Я не знал правил, да и азартные игры не были моим коньком. Но с другой, она вполне могла сильно осложнить мою жизнь в лагере. Хотя, можно ли ей верить? Даже если я выиграю, не притворит ли она в жизнь своей угрозы? Так что решил. Я уже был собирался ответить, как у меня за спины бесшумно вынырнула Лена. «Чего тебе?» «Ничего». Лена спешно зашла в столовую. «Ну?» «Нет, ни в какие глупые авантюры я опускаться не намерен. Извини уж, слабак». Она фыркнула, поднялась по ступенькам и у самой двери бросила мне. «Готовься к последствиям». «Последствия?» Вдруг я поступил неправильно. В конце концов, она вполне может до предела сложить мою жизнь здесь. Но с другой стороны, у меня просто не было права на опрометчивые шаги. Я тяжело вздохнул и направился за ней в столовую. Внутри все было уже готово. Вот там толпились пионеры, весело разговаривая о своем. Столы сдвинули поближе к стенам, чтобы освободить место для игроков и зрителей. Я осмотрелся. В дальнем углу что-то происходило. Подойдя ближе, я видел большой лист ватмана с какой-то схемой. В списке участников обнаружилось и мое имя. «Эй, и кто это все придумал?» Толкнул я электроника, стоящего рядом. «Конечно же, ваш покорный слуга!» Он отвесил мне поклон, от чего меня аж передернуло. «Ну и зачем мне сюда ты включил меня?» Спросил я разочарованно. Еще пару секунд назад оставалась хоть какая-то надежда, что не придется участвовать в этом турнире. И благодаря этому у Алисы не будет повода отомстить мне за то, что не стал с ней спорить. Но теперь этой надежды больше нет. Так распорядился слепой жребий. Хороший жребий со всеми учениками турнира. Я и так или иначе уже успел познакомиться с участниками. А ведь помню. А ведь помимо них тут еще не один десяток пионеров. Меня охватила тревога. То чувство, когда кажется, что за тобой кто-то наблюдает. В пустой, плотно закрытой комнате без окон. Ну а на этом мы закончим очередную серию. Всем огромнейшее спасибо, кто смотрел. С вами, как всегда, был Айс, и всем пока.